Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW, BMW второй серии. Разобрал я машину, теперь прекрасно видно все повреждения. Итак, начнем отсюда. Днище сломано, все пошло, перегородка тоже смята, то есть удар в стойку был прекрасный, сильный, но стойка само собой. Порог, горшок. Также поперечный усилитель, если видно, согнут. И по всей длине еще тоже жиром ушел немного. Ну, думаю, когда будет вытягиваться, вытянется. Также шахта. Ну, левый жиром тоже помят, его я буду равнять. От удара перекосило кузов, поэтому зазор есть нехороший. Ну что, машина разобрана, двигатель вытащен, установлена на стенд, и я начинаю ремонт. Начинаю с того, что вытягиваю все поврежденные места, насколько возможно не вытянуть. Зачищаю и удаляю кусок усилителя. Усилитель помят и мешает полной вытяжке. Теперь продолжаю вытяжку. Ну что, сколько смог вытянуть, и теперь делаю измерения по высоте. Выясняю, что стойка и крыша правой стороны подняты, и подняты немало, примерно на 2 сантиметра. Но это потом, сейчас решил сделать левый лонжерон. Вытягиваю. Чтобы мне хорошо выровнять, мне придется удалить часть лонжерона. Теперь я могу убрать вот эти все заломы. Натягиваю и равняю. Ну что, как бы отравнял, сейчас примеряю траверсу, или как можно сказать, подрамник. Чтобы его нормально примерить, надо подтянуть правый лонжерон. И тогда
Подрамник встал на место, как сейчас. Занимаюсь уже остальным ремонтом. Равняю вторую часть и затем привариваю. Ну что, низ приварил. Теперь рихтую и ремонтирую верхнюю часть лонжерона. Отравнял, приварил, зачистил. И левый лонжерон как бы готов. Потом я его подкорректирую уже с другим лонжероном. Итак, левый лонжерон сделаю. Приступаю к ремонту правой стороны. Как вы можете видеть, крыша поднята вверх, а правая стойка ушла влево. Поэтому крышу буду тянуть вниз, а стойку вправо. Но мне не позволит сделать вот это вот повреждение. Как можете видеть, оно сильно задрано вверх. Поэтому я решил вырезать этот кусок повреждений и тогда тянуть. Итак, удалил ненужный кусок, теперь могу тянуть стойку вместе с лонжероном. Теперь я вытяну порог и днище. Ну что, буду удалять лонжерон и переднюю стойку. Ну что, стойка с лонжероном удалены. Теперь я все подравниваю, прикручиваю подрамник. Подрамник прикручен, и теперь я могу примерить донорскую часть. Вот донорская часть, не совсем идеальная. Сейчас ее подгоню и буду примерять.
Итак, установил донорскую часть, все скрутил. Теперь примеряю двери. Ну что, двери стоят хорошо. Теперь делаю необходимые мне измерения переда. Ну что, двери открываются, закрываются. Снимаю их диагонали. Я выставил. Начинаю приваривать лонжерон. Сварил, зачистил, сверху все подошло прекрасно, а вот снизу в этом месте есть проблема, стойка не от этой машины, немного отличается. То есть ребро оригинала ниже, чем ребро донора. Исправляю эту ошибочку. Ну что, сварил, зачистил, вроде бы все прекрасно, решил примерить пластмассовый порог, который идет. Все везде красиво стоит, только в одном месте есть маленькая беда. Здесь форма тоже не такая. То есть придется здесь по кантику разрезать и подогнать под пластмассовый порог. Ну что, это место я тоже сделал.
теперь ремонтирую донорскую часть, то есть верхнюю полку. Измерил диагонали, все одинаково. Начинаю скручивать всю морду. Итак, тут все прекрасно. Немного ровняю заднее крыло. Устанавливаю двери, крыло и капот. Крыло и капот тоже надо немного подровнять.
Ну что, крыло и капот я подровнял, и теперь начинает самое интересное. Буду равнять крышу. Ну что, крышу я тоже отровнял. Теперь скручиваю остальные детали переда. Ну что, друзья? Все собрал, зазоры все гуд, и на этом работа с металлом закончилась. Также закончилась и моя работа. Отдаю робомашину хозяину. А у меня на сегодня все. Подписывайтесь на новые видео. С вами был Артур. Пока!